После войны Сталин узнал, что некий профессор отгрохал под Москвой дорогую дачу. Он вызвал его к себе и спросил: «Это правда, что вы построили себе дачу за столько-то тысяч?» «Правда, товарищ Сталин», — ответил профессор. «Большое вам спасибо от детского дома, которому вы подарили эту дачу», — сказал Сталин и отправил его преподавать в Новосибирск. Сталин приехал на спектакль в театр. Его встретил Станиславский и, протянув руку, сказал: «Алексеев», называя свою настоящую фамилию. «Джугашвили», — ответил Сталин, пожимая руку, и прошел к своему креслу.